Всем привет, дорогие друзья, вы на моем канале. Меня зовут Денис, я живу в солнечной Греции. Кому интересно, подписывайтесь на канал, потому что я веду влог о жизни в Греции. В данный момент я живу в городе Салоники. Рассказываем и показываем, с чем сталкиваемся и что здесь вообще происходит. Друзья, приятного просмотра, мы начинаем. Ну что ж, друзья, видео мы начинаем. У нас уже 30 дня. Я же должен для вас снимать. Вы всегда просите, снимай постройки, снимай парки. Вот, кстати, вот парк. Мы немножечко прошлись, и парк у нас уже открылся. Сейчас мы идем в наш район, ближе к церкви. Мне надо сделать ксерокс. Вот. Для чего, я вам потом расскажу. Потому что это будет маленький секрет. Если все получится, вот, то вы узнаете в следующем видео, для чего я делал ксерокопии документов. А сейчас мы просто гуляем, снимаем для вас, какие у нас пешеходы, какие у нас тут ландшафты. Вот, я взял стабилизатор, чтобы картинка была поинтереснее, покрасивее. Интересные дни проходят. Вообще, когда вот работал, да, сейчас у меня уже пошел 8-й день отдыха, я себя так прекрасно чувствую. У меня столько сил, энергии. И вот отдых идет на пользу только, можно так сказать. Потому что без отдыха человек просто начинает по-другому себя чувствовать и жить. Ну, продвигаемся мы ближе к центру, к центральным улицам. Эхо такое. Солнечная Греция. Моя куколка идет. Где ты была утром? В парикмахерской? Да, я сегодня в обновочках. Да, в обновочках. Наконец-то, да? Ну, расскажи, сколько отдала денег? Сколько стоит парикмахер здесь? Сколько стоит? Ну, ты сделала что? Ты стрижку делала? Стрижку делала, да. И покраску? Немножко я сделала стрижку. В плане не сверху, там сильно я состригала все. Только кончики, челка немножко. А, да, естественно, я покрасилась сверху в пол. Давай, расскажи, чё почём? Ну, андалиси по-гречески называется милирование. Вот это милирование сверху, которое светлое. Сначала мы выбеливали, потом дали тон. Я не знаю, сколько это все по отдельности. Я заплатила 50 евро за все. Стрижка, андалиси, милирование. И плюс снизу вот такой цвет мы дали. Ярко-фиолетовый. Я сама очень хотела, поэтому мы такое сделали. За все про все 50 евро я дала. Это нормально? Это ты у кого спрашиваешь? У нас есть большие критики, кто конкретно это все обсуждает. В общем, я скажу сразу, что я довольна. В общем, ты отдала полтинник. Да. Ну супер, спасибо. Так, специально идем мы чигирями, потому что, чтобы заснять вам эти греческие улицы, греческую обстановку. Вот. Ну и самим развеяться. Может, что-то новое увидим. Интересные так балконы такие. Немножечко камеру наверх поставлю, чтобы вы посмотрели. Такая тишина, спокойствие. Сейчас мы, кстати, выйдем к тому магазину, которому я должен был работать. Посмотрим, работает ли он, если там гиро или нет, и убедимся. Центральная наша улица, ну наша, вообще ближайшего района. А вон с левой стороны, вон там вот фотографии можно сделать, ну сделать ксерокс. Сейчас мы туда и будем двигаться, посмотрим. Сколько стоит ксерокс у нас? Смотрите, какой мото. Шли за ксероксом. К сожалению, он закрытый. Ну, ничего страшного. Найдем. Найдем ксерокс. Обязательно. Зашел, делал ксерокопию. 20 копеек лист стоит. Значит, что могу сказать? Ребята тоже занимаются ютубом. Вот, и говорят, сделай себе ТикТок, очень помогает взаимосвязь делать. Да, сына, что там хочешь? Сын увидел Лего, Ниндзягу, сейчас пойдем что-нибудь возьмем. Как же без этого?
Зашли мы в магазин. Покажи, это Ниндзяго? Да. Сколько он стоит? Пятерик, да? И вот смотрите, ребята, что тут. Это катапульта с ним. Катапульта? Ура. И вот сюда вот это. Это типа бурю он вызывает. Он прыгает и бурю вызывает. Бурю вызывает. Ну, пойдем. Пойдем дальше прогуляемся. Все, я ксерок сделал. Мы идем дальше гулять. Идем на площадку. Так, вот магазин, где я должен был работать. Сейчас посмотрим. Гирус. Есть у них? Да, но он что-то закрыто. Закрыто все такое. Сейчас гляну вовнутрь. Значит, посмотрел я только что. Там работает какая-то женщина. Ну, пусть работает, ради бога. Мойка у нас работает. Значит, не хотят они хорошего работника. Там женщина какая-то мыла. Так, мы вышли к стратопеду. Ну, нам стратопеда не нужно. Элла, Ксения. Элла, помы на канаме гимнастики, не? Там. Ой, вен по вам стратопеду. Ну, здесь такие уже постройки, видите, интереснее намного. Да, конечно. Иногда, когда надеешься, да, вот она хотела... Интересно, что она хотела? Я ее чем-то напугал. Зарплату я, в принципе, с ней обговаривал. Это нормально. Но, видно, ей нужно было... Как это правильно выразиться? Нужен такой человек, чтобы нелегально поработал там 10-20 дней. И потом его уволить, наверное. Скорее всего, так это делается, чтобы неофициально. А я, допустим, бы пришел бы... поработал, она бы увидела, что я работаю нормально. Оре! Вот он, этот парень, поехал, ютубер, который я в магазин зашел. Я с ним только что познакомился. Он в магазине этом работает. У них свой канал, два молодых парня, греки. И вот они посоветовали, говорит, создай еще этот, ТикТок. Очень помогает. Говорит, за два месяца, за три они поднялись с тысячи подписчиков, поднялись на 18 тысяч за два месяца. И вот он проехал, говорит, ставь это видео. Сейчас мы проходим вот барбершоп. Здесь мужская стрижка. Довольно хорошо ребята стригут. Качественно. И сразу же велосипедный магазин. Мы с этой стороны не ходили. Я думаю, вам будет интересно с этой стороны поснимать. Продвигаемся, опять же, на спортплощадку мы. Шлычная какая-то была, тоже закрылась. Все старья. Такие папа, гаражики себе строят. Вот этот персонаж очень редкий. Редкий? Поэтому... Значит, тебе повезло. Он управляет камнями. Да, ура. У него сила камням. Он камнями... Вот заброшенные старенькие мотоциклы. Конечно... По Греции раньше их было очень много, кто помнит. Сейчас их почистили. Вот Лиад 100-кубовый, наверное, или 90-ик. Вот заснять, как женщины паркуются, посмотрите. Полдороги закрыла, зато ей надо в магазин. Да. Ух ты, какой тоже красавчик. Красивый. Да, Нико? И тут тоже уже... Еще один красавец. Поднялись мы на площадку. Погода у нас хорошая. Был утром дождь. Сейчас, я думаю, лучше. Пойдем сейчас заниматься. Так, процесс пошел. Очень удобно для занятий. Особенно... Здесь это, можно сказать, женские тренажеры, потому что работа над своим весом. Здесь надо, наверное, 1000 подходов сделать, чтобы почувствовалось напряжение в твоих мышцах. Так, сынок тоже удобно. Жена занимается на одной площадке. Сын сразу на детской площадке. Ну, а я вон иду к парням, поподтягиваюсь там тоже, позанимаюсь. Раз мы уже рядом,
А чем еще заняться? Настроение хорошее, спорт бодрит. Все классно, друзья. Ela na tua galo bufan, Nico. E dizeste, né? Ela vou. Ela na tua galo bufan. Одуванчик довольный. Так, что я хочу сказать. Я сегодня позанимался очень хорошо, активно. У меня такое все аж, ух, трусится. Вот. Ну, мы вчера не договорили, потому что я снимал здесь, и я был, половина головы обрезана, поэтому сейчас решил переснять вот по поводу диеты, по поводу занятия спортом. Так как я часто экспериментирую над собой, я занимаюсь кардионагрузки тоже менял. Я сначала бегал, потом я прыгал на скакалке, потом занимался просто базовыми упражнениями. Это турник, брусья, отжимания. Вот, все, могу какие-то выводы сделать, так как я постоянно в тонусе держу свое тело. Неважно, в каком я весе, даже в 105 килограмм я все равно тонус держал. Я, хоть мне было тяжело бегать, но я отжимался, либо же я подтягивался. То есть, однозначно, в любом весе вы занимаетесь и не отчаивайтесь. Вес — это такое дело. Сегодня есть, завтра нету. Вот. По поводу диет, опять же говорил, ну не то что диет, просто следите за питанием своим. Вот почувствовал голодок, да, в животе. Еще минут 30-40 походите, чтобы этот голод настолько был сильный, да, чтобы потом покушали. Но опять же, не надоедайтесь много. Немножко покушали себе, и все. У вас живот сразу всю пищу эту примет и отлично становится. Вот в таком плане я и двигаюсь по поводу еды. Довожу себя до такого состояния, чтобы я хотел очень сильно кушать. Не то, что вот просто из-за того, что дома нечего делать. Если вам дома нечего делать, вы постоянно дома сидите, кушайте фрукты тогда. Нарезайте яблоки, бананы, но не хлеб. Не хлеб с колбасой, с сыром. Или хлеб с водой, там, хлеб с сахаром, как кто любит, да? Не кушайте хлеб. Из-за хлеба очень много вы быстро пополняете. Если вы сидите на правильном питании, стараетесь держать, да, питание, кушайте хлеб до обеда. Либо же, если вы не можете, то в 6 часов последний раз прием хлеба должен быть. Ну, это я говорю по своему опыту. Вообще, я к хлебу отношусь сейчас, в данный момент, вообще никак. Я могу его есть, могу не есть. То есть некоторые говорят, я не могу салат кушать, потому что я без хлеба не могу. Как это салат без хлеба кушать, да? Или как же, скажите, пельмени, либо же вареники с хлебом кушать. Ну куда же это, да? Раньше я так кушал, да, любил вкусно, со сметанкой, классно. Но если следить за собой, смотреть за формами, да, своими. Вот. Я, по-моему, говорил уже, что я 2,5 года я себя держу вот в такой форме. 80 килограмм, 85. Вот это вот. Я для своего роста, для своего организма, я понял, что это мой вес, мне удобно в нем, комфортно. Я влазю в любые одежду, у меня нет проблем пойти в магазин, скупиться и сказать, что вот, нету размера. Все классно, друзья. Мой рост 1,80 м, и мне комфортно вот в этом весе. Так что, кто хочет, тот всегда сделает и добьется. Занимайтесь спортом, друзья. Я за спорт. Давайте пару подходиков. Пару подходиков. Я уже раз 5 сделал. Хорошо, хорошо. Это 6-й подход у меня был. Руки трусятся уже. Ну все, хватит. Не перетруждайте себя. Лучше понемножечку и каждый день. Вот хотелось бы, Ксюха, у тебя спросить. Вот ты занималась сейчас вот, да, спортом. Тебе понравились тренажеры? Какие ощущения от них? И довольна ли ты, что в Греции есть такие места, чтобы можно выйти и позаниматься?
Но это необычно, потому что лично у нас на Украине такого нету и не было. Сейчас я не знаю как, но в тот момент, когда мы жили, такого нет нигде. А были только детские площадки, и все. Для взрослых не было таких железных тренажеров с открытыми площадками. Заходи, когда хочешь, уходи тоже. Мне очень нравится. А качество? Качество тренажера? Хорошее железо. Выдерживает вес. Нет, хорошие тренажеры. Сколько попадались в глаза тебе таких парков? Очень часто. В каждом районе есть такие тренажеры, где, ну, они находятся всегда рядом с парками, детскими площадками, большими парками, только там. Ну, это большой плюс, что есть такое. Да, это очень удобно. Так как сейчас все закрыто и некуда пойти, а дома не сильно охота заниматься, когда у тебя есть домашние дела, ребенок постоянно бегает, требует внимания, не можешь себе уделить столько внимания, чтобы позаниматься. А здесь и он при деле, и мы при деле. Все при делах. Что-то можешь посоветовать по поводу спорта? Занимайтесь спортом. Перед летом это очень важно. Да, ну, сейчас, вообще, сейчас начинается лето. Потому что мы поздно это начали, но... Ну, кто-то поздно, а кто-то все время занимается. Да. Я говорю лично за себя, что я поздно начала. Что можешь сказать о гречке? У нас тут вопрос о гречке. Вот. Я гречку не люблю, поэтому я ее часто не употребляю. Ты любишь, я знаю. Да. Я не люблю. Вот поэтому я держу... Ни в каком виде. Я держу вес. Греча – сила. Да. А у меня пироженки иногда, шоколадки пролетают. Понятно. Спасибо тебе большое. Поднялись мы немножко выше, у нас тут идет игра. Ребята играют. Ну и с моста тоже вид такой открывается. Интересный. Тучи у нас, будет дождь, наверное. Выходим на свою уже площадку на районе. Дети играют. Собирается такой пятачок здесь. Так, мы приехали в один из районов, называется Синдус. Вот. Этот Синдус это очень пригород, да, считается. От Салоников 11 километров. Немножечко вам сейчас здесь проведем экскурсию. Я не знаю здесь, что снимать, потому что он такой очень маленький. Мы сейчас находимся на центральной улице. Скорее всего, когда развернусь, буду ехать в обратную сторону домой. Вот, поснимаю вам чисто дорогу, чтобы вы понимали, что такое Синдус. Вот. Хотя здесь надо пожить и почувствовать, что это такое. А сейчас приятного аппетита. Так, что я здесь сделал в Синдусе? Значит, как обычно, вы знаете, что я ищу работу. Ездил на одну из работ. Что я могу сказать по этому городку маленькому, да? Он совсем маленький, и снимать там даже нечего. Он похож больше как такой, ну, на маленький поселок, так могу выразиться. Потому что ничего, никакой красоты там нету. Одна центральная улица, на которой я был. Она составляет это кафетерии, Геринадико, парки закрыты. Вот. Ну, такой интересный. 12 километров от Салоники. Если все получится, потом сниму видео вам, когда уже приеду. И будет возможность. Потому что полиция ездит, сами знаете, карантин сейчас. Ну, а мы двигаемся в сторону Салоник, 12 километров. И будем продолжать снимать видео для вас дальше. Как говорится, в Греции есть все. Значит, гречечка 800 грамм, кому интересно. Вот русский магазин, она стоит 2,75. Но есть разные цены, конечно, от евро 80 начинается и до 3. Вот, так что греча сила, друзья. Ну что ж, прошел день продуктивно. Надеюсь, вам видео понравилось. У меня сегодня очень много информации появилось новой для меня, для вас тоже. Вот, были в Синдусе, был в городе. Ну, вот так вот. То, что успел, то снял вам. Сейчас я пойду
кушать гречу, набираться сил. Вам того же желаю, потому что завтра новый день. Вот. Занимайтесь спортом, уважайте себя. Ну и до новых встреч. И, конечно же, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить мое видео. Ну и до новых встреч. Всем пока, друзья.